Всем привет. Мы возвращаемся в мир моего любимого человечка, который сделан из какого-то материала, типа, не знаю, желе или что-нибудь в этом духе, короче. Надо вспомнить, там я как раз посмотрел эти самые, как он называется, я посмотрел достижения, оказывается, пройти эту катапульту, в принципе, можно... Там работаешь, нет? Да, работает. Вот, то есть можно... В принципе, можно сделать такую вещь, что одним камнем мы разбиваем немножко стену. Так, сейчас, подожди, надо посмотреть, куда она целит. Куда она целит? И подвинуть... В общем, надо сделать одну... Так, мы его вообще дергаем, нет? Ладно. Вот, в общем, можно разбить немножко сверху, а потом... Доразбивать, короче, это, то есть, доразбивать. Потом можно это, как у нас... Пульнуть себя. Вместо того, чтобы разбивать полностью камнями все, мы сделаем финт ушами. Все, кажется, да, можно камень класть. Тут бы какой-нибудь камень взять, который мы поднимем и сможем туда положить. А то... Давай, давай, давай. О, хорошо, я положил камень. Так, ну-ка. Полетело. О, ну я разбросил, разбил все так. Ну, ладно, я хочу полететь, мне же интересно. Раз достижение такое есть, нужно его сделать. Нужно, короче, это как у нас, слетать на катапульте. Блин. Чувак, цепляй вот эту. Да-да-да, вот ее цепляй. Ты молодец вообще. Давай. Угу. Сколько я смотрю на YouTube, появилось каналов, связанных с политикой. Все такие умные, все прям... Я, конечно, понимаю, что у нас не самые лучшие политики, там все дела. Так, ну-ка. Да, я запрыгнул. Теперь мы можем... Так. Подожди, как я себя запульнул? Давай, блин. Чуй. Запрыгивай в эту штуку. А, да, нужно вверх ее. Есть, я себя забульнул. Импровизированный снаряд. Получили достижение. Да. Круто. Сохранение. Отлично, мы прошли. Так, что теперь? Сюда можно? Что-то сюда особо нельзя. А сюда можно? Я так понимаю, мы сейчас должны этой штукой... Да, и тут тоже закрыто. Так, секунду. Сейчас мы попробуем посмотреть, что вообще тут есть. Ну так вот, короче, да, я понимаю сейчас, вот как у нас не самые лучшие политики, конечно. Ну, в принципе. Многие получают деньги, а вообще просто... Как оказалось, Госдума вообще... Ну, как бы... Наша Единая Россия, она просто так... То есть она принимает... Она не принимает законы? А-а-а, нет. Я так не смогу. Надо поднять. Так, 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 секунду. Да, они, конечно, там... Я бы тоже не против в Госдуме работать, потому что, в принципе, то есть ты там занимаешься херней, короче. Ничего не делаешь, спишь, играешь в игры. Получаешь за это 400 тысяч рублей. Почему бы и нет, как говорится. А, стоп, тут вон есть. То есть мне нужно забраться сюда, отсюда вон туда. Тихо. Руки подними. Да. Забирайся. Вот. Или, знаешь, вот как он... Министр финансов наш Силуанов, который получает почти 2 миллиона рублей там. Или это у нас Набиуллина, которая получает тоже немало. Все они как бы получают.
Но при этом нихера у нас не работает. Спрашивается, почему они получают такую зарплату? Так, и чё? И куда? Так, секунду. Надо эту открыть, точно. Вот. Потому что, как бы, на самом деле, вот, блин, в других странах, мне кажется, там это как у нас. Если политика у них не работает, то такого политика просто... Он уходит оттуда, он не работает. Но нет, наши работают, получают деньги, ни хрена при этом не делают. О, отлично, то есть я понял, надо мне сейчас открыть двери. И сюда эту, тележку эту притащить. Потому что нужно забраться туда. А, подожди, ну заберусь я на крышу, а дальше как? А, дальше по этим, по фонарикам, точно. Ну, в принципе, даже если вот, как бы, жить можно, конечно. То есть, если ты живешь в Москве, или там в каком-нибудь другом городе, ну, хотя, учитывая сейчас то, что действительно интернет, он практически везде, то есть, условия жизни, если как бы ты не дурак, то если у тебя есть голова, если у тебя есть, как бы, ну, вообще, если ты понимаешь, то... Ты, конечно, не пойдешь на завод работать, потому что, учитывая, что наши заводы, это те еще заводы, то есть это не какая-нибудь там, какой-нибудь завод Илона Маска, где у него все хорошо. Вот, наши заводы, конечно, немножко отличаются от заводов зарубежных. Вот, ну, в плане интернета, в плане того, что если ты можешь программировать, если ты как бы разбираешься в этом, тебе ничего не помешает, как бы это как у нас. Блять, чувак, двумя руками. А, не падай, я сказал. Вот. То как бы, в принципе, найти свое место в жизни, ну, несложно. То есть научиться тоже можно, потому что как бы интернет, он на то и интернет, что в нем все есть. То есть курсы бесплатные, пожалуйста. Их до хера. Вот. На любую тематику, на любую эту нацию. Пожалуйста, то есть, только учись. Ай! Не получилось, не дотянулся. Так что, ну, а то, что как бы, в принципе, переквалифицироваться в программиста или другого компьютерного специалиста, это наоборот хорошо, потому что в принципе, то есть, как бы, вся эта все технологии, они к этому и идут. Так, подожди, значит, надо все-таки как-то вот допрыгнуть до этой херни. Вот, ну, то есть, блин, не долетаю. Не хватает чего-то. Вроде... Расстояние небольшое. Подожди, а там вообще куда? Ну, оттуда явно. Вот, и, собственно, как бы никто не мешает много зарабатывать. Я посмотрел вот сейчас недавно, это как у нас удаленный тестировщик. От 100 тысяч долларов можно в год. А это, если на рубли перевести, ну, что-то 5 миллионов рублей. То есть это тестировщик, это не программист, это тестировщик. Ну, конечно, в технологии, которая связана с криптовалютами, и как бы не факт, ну, с биржей там что-то такое криптовалютное, но как бы, как вариант, почему нет? Так, тем более удаленный. То есть можно, блин, из любой точки. Есть. Так, а теперь нужно раскачаться и дотуда, и вот дотуда нам. Блин, нет! Это нечестно, я так не играю. Он... Надо было не так сильно раскачиваться. Он, видимо, немножко ему не хватило. То есть, вернее, перехватило. Тихо, чувак, не падать.
Не падать, не падать. Ой, одной рукой захватил. Ай! Тихо, чувак. Вставай, молодец. Отлично. Да. Сейчас мы до туда долетим. То есть раньше, в советское время, конечно, было все иначе. То есть, как бы, были заводы, строили какие-то. Так, народ работал на заводе. То есть, в принципе, как бы, несколько все было по-другому. Учитывая сейчас то, что действительно все идет, развивается в... Ай, нет! Блять, снова заново. Снова здорово. Я столько прошел и там упасть. Ну ладно, как говорится, ничего страшного. Наш бессмертный чувак из желе, он способен на все. Особенно мне нравится то, что вообще есть возможность работать практически, то есть работа полностью удаленная. Вся команда распределена по своим этим местам. У меня вот даже знакомый, он в принципе тоже, он занимался изначально, работал где-то, это как он все, каким-то мастером, еще чего-то, короче. Блять, чувак! Вот. А потом организовал свою, как бы, веб-студию. И сейчас он работает на себя. То есть, как бы, это как он все... Не обязательно на себя можно... То есть, заключать работу на себя, это не обязательно может быть что-нибудь связанное с продажами, там, еще что-то. То есть, это может быть создание сайтов тех же самых, да. Но это, конечно, просто. Уже, как бы, создание сайтов не так интересно. Лучше всего... Интереснее все-таки создавать там приложения. Я вот, например, хотел бы действительно игры создавать. Но одному, конечно, сложно. У меня товарищ есть, который, в принципе, с которым можно этим заняться. И мы как бы думаем... Блять! Прыжок не удался. Чувак не прыгнул. Кнопочка нажата была, но он решил не прыгать. Вот, то есть как бы... А уж тем более, учитывая, что... Команда может быть распределенная, то есть можно, блин, ты живешь в России, твой там дизайнер живет в этом каком-то где-нибудь в Европе. Тихо, тихо, тихо. Вот, и все вы живете в разных местах, но при этом работаете, то есть как бы каждый занят своим делом. Там, даже если время, положим, это какое-то... Ну, оно не так это... Страшно, то есть не так это... Ой, тут можно нормально было. Вот тут нужно это какое-то аккуратно. Связь держать, например, по тем же самым мессенджерам. Так, а тут... Ух ты ж, клёво как, а? Так, главное здесь не упасть. Ну, отлично. Да, блин. А, в принципе, вот можно упасть сюда. Хе-хе. Куда я пришел? А где я? Прикольно, музыка заиграла. О! А тут дверь, по-моему, та самая, которая... Это как у нас... А, здесь же замок, да. Замок нужно камнем. И тут и камень лежит как раз. Сейчас мы камнем замок расхерачим. Блин, давай, давай, давай. Сейчас надо такой. Так, секунду. Сейчас сделаем. Так, а, тут сам тут только замок, понятно. То есть мы должны его... Сейчас, блядь, я его размочу. Ой, нет, не так. Это самое клевое физическое. Блин. Чувак, ну как же этот замок сломать? Я уже не помню, как я его ломал.
Да, как-то я его ломал, но вот как я его ломал? Блять. Как-то я его ломал. Как я его ломал? Блин. Надо... Сверху на него не положишь. Надо как-то... Блять, как же я тебя ломал, замок. Давай вот так вот размахнись и захерачь его. Да ёб твою. Ну давай, чувак, ну ё-моё, ну давай. Блять, как я тебя ломал? Я же как-то кирпичом тебя херачил. Да ё-моё. Секунду, надо как-то его... камешком ударить. Давай. Буф. Нет, не так. Да ёпта, не попадаю. Ой, блин, ну чё ж такое-то, а? Блять, как-то ты... Ну давай, чувак, надо вот в кам... В этот, как говорится, в замок. Блять, как? Как я первый замок сломал? Что этот не хочет ломаться, блядь. Я же его тоже как-то камнем захерачил. А как я его захерачил камнем? Нет, двумя руками, чувак. Одной рукой ты не сможешь. Давай, блядь, сломай замок. Блин, это же смешно. Я полчаса буду возиться с этим замком. Не, ну так слабо, чувак, надо посильнее. Надо как-нибудь херакнуть по нему. Вот, да, вот так вот. Да не сюда, блядь, в замок. В замок. Не в дверь, в замок. Давай. Блядь. Тупой чувак. Ну ё-моё, ну как я этот долбанный замок ломал? Расскажите мне, пожалуйста. Я пошел отсюда. Я не могу. Чё у нас там? Я пойду брошусь. Мне плохо. Уф. 3 минуты, по-моему, я его уже ломаю. Но не сломаю. Блять, опять одной рукой взял. Двумя руками, чувак, двумя! Давай, камень возьми двумя руками и захерач. Как-то надо, блять, захерачить. Как-то захерачить надо этот замок. Как вопрос? Вопрос, как я его должен захерачить? Блин, уже
думать ни о чем не могу. Хочу этот замок сломать. А он, сука, не ломается. Блядь, этот чувак с этим, блядь! Ой. Иногда эта игра меня выбешивает просто. Блядь! Да ёбаный в рот, ну... Сломай ты этот замок. Сука! Давай. Бум. Камешком его, камешком. Давай. Не, бля. Хуйня, бля. Слушай, а может эту штуку можно воспользоваться? Хотя не, лучше не буду. Я ее, блин, туда не затащу. Надо камешком. Я же камешком первый замок сломал, помнится, когда был. Но я как его сломал, я уже не помню, что я сделал. Там же было просто. Надо его как-то наверх поднять. Сейчас. Снизу возьми. Да, вот так вот. Блять, тихо. Вот теперь попробую его наверх поднять. Вот туда. Не-не-не-не, чувак. Вот туда. Давай. Че, он такой тяжелый, что ли? Ты с ним справиться не можешь. Так, чувак. Это, конечно, весело. Но я хочу его сломать. Вот туда его надо. Вот туда его надо. Туда. Бля. Ну хотя бы как-нибудь. Камень. Как тебя использовать? Как тебя использовать, чтобы ты сломал этот чертов замок? Надо тебя как-то, чтобы ты вверх смотрел. Нужно, чтобы ты смотрел вверх. Замок. Тебя нужно как-то вот, чтобы ты вот туда вот. Блять, как же тебя наверх-то захерачить, а? Чтоб ты хоть как-нибудь был более доступен, блять! Сука! Честно, нервов не хватает. Чё с этим замком делать? Он же как-то разбивается. Он разбивается легко. Первый замок вообще одолелся. Когда его, блин... Я его совершенно случайно даже размочил. А этот хер, блядь. Ну давай уже. Подними его наверх. Наверх его подними. Да не туда. Не дверь. Замок возьми, ёпты. Давай, ниже. Вот. Теперь выше, блядь. Давай. Второй рукой попробуй его вот... Сука! Блять, он этот камень не хочет нормально дергать. Давай вот, блять, возьми и ударь в него. Блять, он вместе с камнем куда-то уходит. Ах, ёб твою! Ну не пиздец ли, а? Ну просто пиздец! Я уже, блядь, 10 минут тут с этим камнем воюю. Блядь, ебанат. Ебанашка, ты еще упади с ним, блин. Дебила кусок.
давай. Нормальные вещи. Нет, начинается какая-нибудь хуйня, которая, блядь, хуй пройдешь. Потому что она сделана через жопу, блин. Или специально она так сделана. Блядь, он нафига ты одной рукой-то поднимаешь? Так, давай вот сюда. И потом вот сюда, блин, его. Камнем по нему ударь. Ударь по нему камнем, блядь. Ударь, ударь, как хуяк не сверху. Как хуяк не по нему сверху. Или сбоку, давай как-нибудь так. Давай. Бам. Нет, не сюда. Надо в замок. По-моему, херово вообще. То есть, по-моему, похер. Блять, как же я ненавижу такие тупые места. Когда хер разберешься, что и как сделать. Он не хочет этот, блядь, ебанутый замок разбивать. Давай по нему хуякни сверху. Где-нибудь сбоку тогда хуякни, что ли. Блять. Да по замку херакни. Не, блять. Едицкий ты дебил. А, второй рукой, конечно, взять не судьба была. Блять. Ну давай уже расхуячь ты этот замок. Ну как ты с первым-то справился? Так со вторым давай справься, ёб твою, блин. Хуй, какая херня. У него сил не хватает его захерачить этот замок. Скоро будет 20 минут, как я этот замок пытаюсь отъебать. Нет, блядь, по замку, чувак. По замку. Блядь, по замку, а не по себе. Как по этому замку попасть? И куда надо попасть? Он же вроде как на соплях держится. Но ему пох. Он не хочет ломаться. Это эпическая пизда. Ебать! И хуй. Давай. Нет. Ой. Как тебя сломать, замок? Ты же, блядь, простой, как два пальца был. Я же как-то тебя первый раз сломал, а сейчас хуй. Как будто, блядь, ты стал действительно настоящий, из железа, блин. Если бы тебя еще бросить можно было, тоже я нихера. Этот чувак нихера бросать не умеет, а может умеет. Надо попробовать. Да, только он не туда бросил. Надо в замок бросить. Блять, чувак, в замок надо бросить. В замок.
Да, ёбаный в рот. Ну ты замок-то нахера берешь? Ты возьми эту штуку. И ударь, блядь, по этому замку. Бляха-муха, чё за хуйня? Камень сделан, а замок не ломается. Блядь, заебало. 30 минут уже. Моя борьба с этим хуёвым замком длится уже 15 минут, по-моему. И я ничего с ним сделать не могу. Ну хуякни ты уже в какую-нибудь ему... Куда-нибудь уже. Ну бля. Как его уничтожить, эту хуйню, блядь? У меня есть камень, я им как-то первый замок сломал. А этот... Сука. Как из железа, блядь. Давай, подними и похуяч по нему. Так, где-то вот здесь надо встать. Блять, ну куда ж ты бьешь-то? Ёбаный бро. Почему этот пиздец, а? Ну почему? Сделать бы простым способом, чтобы не было этой хуйни, блядь, с этим ебовым камнем захерачиваться. Чтоб, блядь, подошел к двери. Херак! И замок открылся. Нет, блин! Ты будешь полчаса ее ломать. И не сломаешь ни хера, потому что этот, сука, замок из железа сделан, блядь. Ну давай уже, хуякни по нему как-нибудь. Как ты по нему бил? Я так не играю, это пиздец какой-то. Это сделано для этих. Оторви нафиг этот замок. Ты ж как-то его ломал. Сломай сейчас. А, блядь, я сильный, как не знаю кто. Сейчас как сломаю. Так, надо как-нибудь отойти. Блять, куда ж ты? Ты такой крутой, ну попадаешь куда-то не туда. Эй, блин. Так, чувак, давай. Я в тебя верю. Да, только сил у тебя мало. Там пульт не упал с подсказкой. Не, пульт с подсказкой не упал. Но мне явно сюда. Другого пути нет. Как сломать этот долбанный замок, я не знаю. Он этот камень, блин, задрочил уже. Ну давай, что-нибудь с ним сделай уже, нормально. Ударь, что ли, как-нибудь.
Надо по углу как-то ударить. Вот, вот поэтому. Ладно, еще 5 минут и заканчиваю. Блин, это в следующей серии будет задачка решаться. Это тупизм, конечно, но я не знаю, как это сделать. Как, блин, сломать этот чертов замок? Этот блядский замок сломать надо, но как? Как его сломать? Как-то сверху надо положить, что ли. Но он не хочет его сверху класть. Он, блядь, видишь, он из себя строит идиота. Который, блин... Ну как-то вот... Тут сверху не положишь, мешает. Вот здесь сбоку. Хотя, конечно, странно. Это... По идее это... А, ну все правильно. Да, это все правильно. Это сюда надо. И по-другому сюда не заберешься. Только через дверь. А этот ебаный замок не хочет ломаться. Наш товарищ герой не хочет его сломать. У него есть пенопластовый... которым он никак не может этот долбанный замок сломать, блядь. Сломай уже его. Ну как? Блядь, заебался, короче, идите в жопу. Все, до свидания.